Губернатор Югрина Наталья Комарова встретилась с членами жюри кинофестиваля. На следующий день после открытия «Дух и огня» в Ханты-Мансийске прошел традиционный фестивальный завтрак. На нем присутствовали члены международного жюри во главе с советским и американским кинорежиссером Борисом Фруминым, актрисы театра и кино Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Анна Чурина, Анна Банщикова, российские режиссеры Алексей Федорченко, Степан Бурнашев. Были и гости из-за рубежа, режиссеры из Грузии, Канады, Мексики. В неформальной обстановке кинематографисты обсудили развитие киноискусства и творческие планы. Муж заканчивает картину, а когда режиссер заканчивает картину, то это тоже поглощает довольно сильно всю семью. А поскольку человек у меня драматический, то картина драматическая, но про любовь.